Начинаем. Нас так приглашается Дарья Гулага. Кличка лошади. Ой, ты газета. На старт приглашается мастер спорта международного класса Рудой Константин, там по этике Одесса. Дугина не занята в поле, а результат Лагидарии 4 штрафных в первой фазе, плюс 1 штрафное очко за опоздание по времени, итого 5 штрафных очков в первой фазе. Превышение нормы времени. 1 штрафное очко. Результат в первой фазе. На старт приглашается Елизавета Дудина на Айвазовском. Ермола Дарья, Оля.
На старте Дарья Ермолова, Коля Снепковский, Андрей. Дарья стартует на лошади по кличке Кампари, представляет Эпиковский горный завод. Результат Дудиной на маршруте. 4 штрафных, 5 за просроченное время, итого 9 штрафных в первой фазе. Четыре штрафных очка в первой фазе, 39-37, время. На старте мастер спорта международного класса Андрей Стельковский. Мартынова Ксения, Коля. Андрей выступает на лошади по кличке Чекист, представляет клуб «Эскадрон» города Одессы. Как видим, Стельковский четко претендует на победу. 0:24.11, время второй фазы. На старт приглашается Ксения Мартынова на Кэролайн ДКЗ ДКЗ Склад. Сергей Павлик, Коля. На старт приглашается Сергей Павлини на Аполлочникова, Эквидосклад. Петушенко Валерия, Коля Мартынова, 12 штрафных в первой фазе, время 41-8.
0,08 секунды. На старте Валерий Евтушенко, лошади по кличке Пир, Днепр с душой, Масленников Дмитрию Полю, Полей. Чисто прошел первую фазу, вторая с четырьмя штрафными, плюс 4 за просроченное время, итого 8 штрафных очков. На старт приглашается Дмитрий Масленников, мастер спорта международного класса, на лошади по кличке Би Фокс и Флай. Барчиков в поле. Результат. Якушенко Валерий. 4 штрафных очка. Время 39,60 секунды. Thank you.
Прачек Валерий на старте, мастер спорта на лошади по кличке Кашигра, Люба Тын. Продан Александр в поле, а мастерником Мастерников преодолел обе фазы без штрафных очков. Время второй 27.37. На старт приглашается Александр Продан, мастер спорта, кличка лошади Кентая, эквидосклад, самолет Валерия Поля. Ирина Баранчикова, 4 штрафных в первой фазе, плюс 1 штрафное за просроченное время, итого 5 штрафных очков. Самолет Валерия приглашается на старт, кличка лошади Оскар Дерухоя, Киевская область. Потрясаем вас, ребята, в поле. Результат Александра Продана. 0-24-02 занял лидирующую позицию. Thank you.
Представьте, что Павла Патрисаева, кличка «Лошади демократ», она представляет Эквинас Клаб. Коншенс Евгений Поле. Результат Валерия Самолюк. В первой фазе 16 штрафных плюс 1 за просроченное время. Итого 17 штрафных очков в первой фазе. На старт приглашается Евгений Коншин на хазбулате, Эквинас Клаб, Эхабиченко, Еленов Поле, Патрисаева Светлана, чисто полифаза, время второй, 29.83. На старте Елена Михайличенко на Адыве, Эдусклаб, Анна Пархоменко в поле. Результат Евгения Коншина. 4 штрафных плюс 1 за просроченное время в первой фазе. 5 штрафных очков в сумме. Thank you.
Пархоменко, мастер спорта на Красинель, Динамо Киев, на старте. Другие Олег Поле, Михаил Ищенко. Вторая фаза. 12 штрафных плюс 2 за время, 14 штрафных очков. На старт приглашается Олег Долгий на Лейпциге, Девченко, Елизавета в поле, Пархоменко. 4 в первой фазе, плюс 1 за просроченное время, 5 штрафных очков. На старт приглашается Елизавета Демченко, на Агре, Динамо, Киев, Корх Александров, поле. Долгий Олег, 4 штрафных во второй фазе, время 25.77, общий итог 4 штрафных. Thank you.
На старт приглашается Александр Корк, центр Татьяна Форен-Демченко. Четыре штрафные в первой фазе, время 44.86. Корк выступает на Ириске, представляет спорт стейбл. На старт приглашается Татьяна Цветанова, Быков Владимир в поле, Корк Александр, 8 штрафных, 4 на маршруте, 4 за просроченное время в первой фазе. Цветанова Татьяна выступает на лошади по кличке Композитор, общество Полтех, Кобылица Киевской области. Быков Владимир, мастер спорта на дарт-центре, на старте. Клементьева Николь Поле, Свинтарная Чисто, время второй фазы 24.05. Thank you.
Поставьте Николька Леонтьева на Элдон Бойде с Голиком и Лужиколи. Быков Владимир, 0. Время второй фазы, 25.95. Он выступал на этой лошади за общество Полтек на Белицах Киевской области. Поставьте Юрий Голиков, мастер спорта «Галакси». Шостка. Санкисян Карина, Коля. Комментива Николь, вам замечание. Пока не скучное. Результат имеете вы 8 штрафных в первой фазе, время 39,25 секунды. Остат. Приглашается Саркисян Карина. Кличка лошади Фашин. Львов. Партнер команда Коля. Коля Юрий. В первой фазе. Одно штрафное очко за просроченное время. А время 46.28.
Оставьте Марта Портенко на Арноте, Одесса, Цапин Артем Поле, 150, 8 смертных во второй фазе, время 26.95. Нас там приглашается Артем Цапин на марш-круиз клуб «Парадис» Калининской области. Турчинович Елизавета Оля Партенко. Чисто обе фазы. Время второй фазы 24.33. Наша аплодисменты. На старте Елизавета Турчинович на сайте Долгополов тренер. Конная школа Flying Cross. Результат Цапина Артема. Чисто. Время второй фазы 23,38 секунды. Совершенно взрослый результат.
Состав приглашается. Данилова Арина на Кампари, Одесса. Порозова Екатерина в поле. Турчинович, четыре штрафных во второй фазе, время 23:83. На старте Екатерина Морозова на Гринго, Киев, Резниченко Мария в поле, Данилова Арина, 6 штрафных во второй фазе, 4 на маршруте, 2 за просроченное время. На старт приглашается Мария Резниченко на Гинзбурге. Южный преемплодный центр, город Николаев. Михайлова Екатерина, поле. Результат Морозовой. 4 штрафных во второй фазе, время 23:63 секунды. Thank you.
Назад приглашается Екатерина Михайлова, кличка лошади Пиар, Запорожье, Кубка, Валькана, Устинова Анна, в поле. Лизниченко Мария, 4 штрафных, в первой фазе 42-48, время. На старте Анна Устинова на машине. Кавалькада Запорожья. Еременко Сергей Колин. Результат Екатерины Михайловой. Чисто обе фазы. Время второй фазы. 25,32 секунды. Приглашается Сергей Еременко, мастер спорта международного класса на Кайзере. Ровно. Кирилюк Иван в поле. Результат Анны Устиновой. В первой фазе 4 штрафных за нарушение маршрута. Плюс 2 за превышение нужного времени. Итого 6 штрафных, 50-44 время. Одно штрафное очко за превышение нормы времени. Кирилюк Иван.
Приглашается на старт мастер спорта, кличка лошади Кальвадос, Жашковский горный завод. Попко Анастасия, Олег. А на старт приглашается Анастасия Попко на лошади по кличке Лилии, клуб Дергачев, Синеволос Лилия в поле. Кирилюк. Ноль в обоих фазах, время второй фазы 25,21 секунды. На старт приглашается Лилия Семеновна на карате «Динамо Киев», Рудой Константин Поле, Анастасия Попко, 12 штрафных в первой фазе, время 41.86. Но хай добавляется, пусть мне так что не нравится. Той не рветься. Той не рветься. Ясно. Добренько. Да не так, не, воно то трошки так, не, воно не болить, трошки воно голос так, воно нормально тримало, якось, дайте, я знаю, но не так, як було, все одно, ну добре, давай, може, я тут,
работаю. Да, да, да. Давай, пошли. На старте мастер спорта международного класса Константин Рудуй. Кличка Мужника Бекрима Тераспольд. Дудина из Завета в поле. Лилия 7 минус чисто. Ультеплаза, вторая фаза, 26.92 секунды времени. На старте Елизавета Дурнина, кличка лошади Джейн Даниэльс, Империал Хост Клаб, Белая Церковь, Ермола Дарья в поле. Рудой 4 в первой фазе, время 43.94. На старт приглашается Дарья Пола, кандидат мастера на карате БКЗ Петриковский, годный завод. Дудина в первой фазе у нее. Елизавета, 4 штрафных плюс 2 за просроченное время, а время 50-56 сотых. В сумме 6 штрафных, это в первой фазе.
Результаты было в первой фазе 3 штрафных, время 56-67. Good.